Парк автомобилей экстренной медицинской помощи постепенно обновляется. Наша компания решила внести в это свой вклад на базе Hyundai H350. Это комфортный, надежный и практичный автомобиль, который может поставляться в двух базах – короткой и длинной. Мы рады, что теперь в Украине появилось предприятие, которое может заниматься тюнингом специальных санитарных автомобилей. Это сложное транспортное средство, которое должно отвечать современным стандартам. Безопасности спецтранспорта предъявляются особые требования. Мы считаем, что Hyundai Motor создали автомобиль, отвечающий этим требованиям на все 100, который готов защитить пассажиров и водителя в любых и даже критических ситуациях. Основными критериями для покупки автомобилей частными компаниями автомобилей скорой помощи это всегда были три критерия: цена, качество, технологичность.